Более 45 тысяч саженцев сосны посадят в городском округе Люберцев в рамках областной акции «Лес Победы». Мероприятие пройдет 29 апреля во всех муниципалитетах Подмосковья. На местах проведения акции традиционно организуют развлекательную программу, полевую кухню и медицинское сопровождение. Во время проведения акции «Лес Победы» будет организована централизованная доставка ее участников на места высадки деревьев. Для этого в городском округе Люберцы выделят 12 автобусов повышенной вместимости. Мероприятие стартует 29 апреля в 11 утра. Его главной площадкой станет участок Томилинского лесничества вблизи микрорайона Мирный. Параллельно с работой на лесном участке в этот день декоративные деревья и кустарники высадят и на городских территориях. Общая площадь озеленения составит около 3 гектаров. Кроме того, в рамках проведения акции «Лес Победы» в городском округе будет сделан акцент на высадку 5 тематических аллей из декоративно-лиственных деревьев. Всех участников лесовосстановительных работ обеспечат необходимым инструментом, а также накидками, бейсболками и футболками с логотипом акции. Планируется, что в ней примут участие 2500 человек, которые высадят более 45 тысяч молодых деревьев. Анна Троян, телеканал ЛРТ.